спектакль «Геликон опера». Это детский спектакль, предновогодний. И, конечно же, очень важно в преддверии Нового года именно семейные походы. Хотелось бы подчеркнуть, что очень важно, что артисты взаимодействуют с детьми. Мне хочется им пожелать хорошего Нового года, веселых праздников в такой непростой истории, чтобы следующий год был для нас гораздо счастливее, веселее и наряднее. Прекрасно, на самом деле, нам очень понравилось. Нас вот пригласили друзья, и я вот лично прям вообще 5 звезд. Мы у вас первый раз, нам очень понравилось. Вот ребенок сразу, как только закончилось все, он сразу спросил, придем ли мы еще сюда раз. Конечно, мы обязательно придем, просто потрясающе. Мы в восторге. Что такие спектакли очень нужны, самое главное, очень важны, даже для взрослых людей.